Алло. Где? Почем? Неважно. Марка мне не играет никакой роли. Это миньон. Ничего страшного, переделаем на миньон. Цополь рублей 10 стоит. 155 рублей это не распродажа, батенька. В этих магазинах и в метро, и еще где-то, там по сотне лежат. И разные, и миньоны, а? И во-вторых, извините, в Леруа по 130, по 129. Чего-чего? В натуре, ну в Икее, по 129 рублей мы же с тобой ходили, что-то. Я был там 1 ноября. А-а-а. Почему? Да, странно. Ну, подождем. Я не думаю, что они будут повышаться. Будет еще раз продажа предновогодняя, когда эти лампочки даром никому не нужны. Ну, я понял. Ну, не критично. 150 рублей это не дешево. Это дорого. Мощность какая. Ну, хорошая мощность. Я понял. Мне, кстати, точно. Хорошо, что напомнил. В Юлор надо будет за маслом заехать. Ты хотел за лампочками прокатиться? Могу подбросить, потому что, я же тебе говорю, я за маслом поеду. В Юлмарте 1990. Без DC. 5W40, синтетика. 4 литра. Что? Да. Нет, Лукойл 990.